отправляет в поездку, будь то поездка за рубеж, или на дачу, или даже командировку на поезде, мы всегда берем с собой дорогостоящую аппаратуру. Ну, фотоаппарат, мобильный телефон. И когда необходимо подключить к сети для зарядки батареи или просто для работы, мы не задумываемся о том, что напряжение сети может быть нестабильным. И если будет скачок напряжения, то аппаратура может просто сломаться. Чтобы избежать таких плачевных ситуаций, можно взять с собой адаптер с сетевым фильтром мозга. Адаптер серии NRG Mobile – это компактный сетевой фильтр, предназначенный для защиты компьютерной техники, аудио- и видеоаппаратуры от импульсных перенапряжений и высокочастотных помех. Благодаря компактному размеру и полноценным возможностям Mobile отлично подойдет для использования в поездах, на даче и дома. Адаптер оснащен выключателем и индикатором с встроенным автоматическим термобиметаллическим предохранителем. Имеет два положения – OFF и RESET – включен. Также он оснащен электронной схемой подавления помех. На корпусе расположены три розетки. Одна евророзетка для оборудования, требующего заземления – ноутбук, компьютер, монитор, принтер и так далее. И две узкие розетки по краям от основной для подключения блоков питания оборудования, не нуждающегося в заземлении. Тоже аудио, видео, аппаратура или зарядное устройство для них. Максимальный ток нагрузки 10 ампер, максимальная нагрузка 2,2 кВт. С помощью такого компактного сетевого фильтра ваша аппаратура будет сохранена.